так разговаривать. Кто снимал, потом мы уже в теплом месте где-то составим документ, схема. Почему? Потому что дальше эти моменты, документы, материалы пойдут на установление лица в полицию. Именно того административного. Почему? Потому что, видите, есть процедура заполнения, ну, законные требования, заполнения данных документов. То есть, если мы их выдернули, мы должны дальше какую-то работу проделать с ними. А именно, это направляем материалы в полицию. Полиция уже дает нам, либо удалось установить лицо, либо не удалось. И, соответственно, уже по решению суда все-таки мы уже... Что с этими орудиями лова делать? То есть это тоже надо понимать. Это, сейчас объясните сразу. Мы встречаем доказательную базу, когда мы... Если, значит, задержан гражданин, который все-таки выясняется, что он не имеет документов, то есть производит рыбалку незаконным способом, без разрешительных документов, соответственно, фотофиксация. Что на ней должно быть? Фото-видео, это будет. Ну, что должно в первую очередь? Если он проверяет сеть, соответственно, что он ее достает. Раз. Это желательно, чтобы было различимо, да, лицо. Да, конечно, то есть, чтобы непосредственно человек в форме одежды, все сфотографировано, если есть на нем следы, то есть то, что от воды и так далее. Вот это все нужно зафиксировать. А дальше уже мы составляем протокол административного правонарушения. 6 часов. Нет. Ну, не знаю, с Загорским ездили 6 часов. Смотрите, значит, да, здесь на сегодняшний день у нас есть лица, которые умышленно затягивают время составления протокола. То есть у нас законно установлено время, это за 3 часа мы должны составить. Вот. Ну, люди некоторые умышленно затягивают, то есть не сознают и так далее. Ну, тут вот есть эти моменты. И на сегодняшний день, как бы, это, не угрожаем ничего, конкретно все законно. То есть инспектор непосредственно протокол, фото-видеофиксацию сделали, все. Вот. Если мы сами нашли сетку. Когда? Вот как мы с вами выезжали? Вот теперь кто с кем едет? У нас только много техники. Thank you.
кто-то проверяет, информация уже уйдет, чтобы здесь, чтобы успеть опередить. Время не зря. Давайте, давайте. Нельзя, а может, но потом уберут, кто-то пойдет. Да нет, нам просто ехать, смотреть, где следы есть, смотреть. Надо это. А так уберем ровно, нахуй. Кто там будет возить? Потолще, подлиннее. Потолще надо? Подлиннее. А может быть... Может, кошка, кошка у кого-то есть? Куда есть? Смотрите. У меня кошка маленькая. Да нет. Не то это, да? Она прогибает. У нас вообще проволока где-то восьмерка. Нет, там леска. Ёрш. Так, рыбу что, делим? Одного ерша вам, одного нам. Там сеть тонну будет от ершей весить, или высягаем. Какие-то ерши тут еще непонятные, какие-то. Сылвинский, смотри. Ага. А то тут ага. Это опистохоз. А кстати, в Саузово такой же весь. В черных точках. Заболевание. Это из-за того, что вода стоящая. Это получается, это мы в залив, да, едем? Да, в Кутумыш. А какие богатые ерши. И чья-то такая мелкая, аж кошмар. Да, скоро вообще нахуй, по-моему, блядь, ну что-нибудь еще оставить. Ох, ну, блядь, кусок. Что ж, ну, блядь. Ох, у него многодетный. Вообще. Ну, все поржен целиком. Так он, я говорю, здесь грибачка. Под высоковольтку он весь такой. Так, все, видео можно заканчивать. Одна. Давай, парни, что делаем-то? Да, давай. О, вот так вот сети-то ловить надо, снегоходом. О! Ему надо перед лыжами все раздавить там впереди. Все, давай вперед. Не, надо почистить, убирать. Почистить впереди. Иди, Сапа, иди. И толкнем. Ну, вон, а. Так вот, и толкнем сейчас. Может, открыться-то будет? Да, тут бездон будет. Да ты же это, пожалуйста, не материмся.
Кому ты там? Пошел! Давай! Вот это точно так же! Да, Федор, Дверь почистить! Давай, говори. Пользуясь случаем, хочу. Мама, забери меня отсюда. Пригласить, ездите на рейде с бешеным татарином. Да, да. На всю. Да, да. Сегодня мы капнули хорошо. Покупались. Здорово, да? Отлично просто. Я еще и двух не поймал. Кто-то даже порыбачить успел. Технику грабите. На переправе посередине, чтоб налить не лезть, да? Не, мы там кости вытаскиваем, а он рыбачит. Ну, честно говоря, я такой налить не припоминаю. Это тебе не налима ловить. Да правда, что, блин. Я такой налить тоже. По сапоги у меня вот с ноги сырые. Так это, вон, все у меня тут сверху, блин. Нормально. Нет, вообще говорю. Ну да, я знаю. Тепло там остается. Сейчас Ваня один тут, блядь, и вернет его на. Давай, опа! Давай их хоть туда положишь. Поплавок, не тонет. Так я говорю, вот здесь туда. Ты поплавок. Мы тебе трубочку за ним подышай. Вот бамбуковую. Маша, не бойся, мы хотим быстро проедем. Чик! Будем ехать! Не больно, но аккуратно. А, бля, да надо думать. Ага, а может перемет? Или тут нет смысла, это залив, что тут перемет ставить? А это парни вроде, нет? Нет. А, нет, да, старые. Это старые? Но. Да что такое не так, как бурили? Это, скорее всего, они либо ее примораживали, либо они ее не могли найти, потому что пропускали. Часто, но...
Видите, сеть вот так стоит, да, получается? Да. А они, получается, не могли найти, скорее всего. А и... может, стоит начать искать от того столба? Не-не-не. Вот смотрите, я не знаю, как изначально вот ребята подъехали. Вот эта тропка ихняя. Ну, понимаете, да? Но. Один конец, второй конец. Вот эти вот следы от веревки, вот, которые на снегу, это обозначает, что они ее все-таки проверяют и затягивают. Ага. Это сеть обратная. Ага, то вот. Есть вот необходимо все-таки край искать. Одно единственное, она может здесь быть поставлена, а может уже и нету. Да. Ничего. Да, давайте пробуемся. Есть камера, давайте камеру посмотрим. Вот где-то, наверное, вот здесь вот надо пробуриться тут, ребята. А я, короче, одну лунку смотрите. Да, это осторожно руку кисти выворачивать. Да. Кисти выворачивает. Конечно, такая мощь. Но покрутил так, а сразу там пункт. А там же можно ограничение на нем, нет? Не регулируется? Современные девайсы для работы. Тоже надо господам браконьерам показать, чем мы работаем. Дайте настоящую камеру посмотреть, а? Ничего! Мешаешь прессе работать, чё? А тут мелко, да? То есть это дно уже там? Да. Мелко, да, здесь? Здесь мелко. Сколько? До 1-3 метра, не больше. Ну, для сетки там... В самый раз, но... Сейчас муть уйдет. Тяги-то вообще нету, муть стоит. О, видишь, рыба. Короче, я, блядь, забалансированный. Ты что, рыба-то дохуя? Тяги нету, муть. Ваня, рыба-то дохуя? Ага. А что за рыба вообще видно, нет? Вон она мелкая. Окунь она мелкая. Тяги нету вообще. Тяги, потому что нету. Может, эффективнее будет реально проволока? Потому что в камеру-то ее можно и не увидеть, она хули из лески прозрачна. Не, должна быть видно хорошо. Да? Ну, конечно. Вдаль-то ее видно. Так, давайте все, доставай, будем что пробовать. Офигеть, приехали. Да чего ворот? Мнение итогов сегодняшней совместной работы в районе поселка Жибрии. Пермского района было написано два протокола по статье 29А с запрещенными орудиями лова. Значит, орудие лова было изъято, значит, рыба, были два живых судака и один лещ отпущены с льду обитания. Соответственно, все это запротоколировано. Все. Что штраф грозит людям? Примерно, плюс-минус. Не примерно, 4000 просто за установку сетей. Да, конечно. А что, эта рыба не идет в счет? Так как она была живая, она была отпущена, она не таксируется. Иск мы данным гражданам предъявить не можем, потому что рыба была отпущена. Ну и все, спасибо вам за совместную работу. Спасибо. Не последний раз. Не последний раз. Мы заинтересованы. Я думаю, сегодня здесь отработали, следующий у нас будет, если это другой уже административный район. Почему? Потому что надо в каждом районе. Да будет информация, если здесь начнут ставить по новой. Ну, месяц будут. Ну, там вот борзеть уж совсем. Ну, вот смотрите, вот вы что туда сегодня проехали? Как бы есть орудия лова, они действительно установлены по факту-то, да? Ну, промысловыми. Как бы нету таких, чтобы прямо вот везде были натыканы. Ну, и у нас, видите, сегодня погодные условия такие, что вода. Мы мероприятие провести вообще на таком уровне не можем объехать. То есть видели, да, как мы сегодня помучились все.
Вот, ну ладно, успехов вам, спасибо. Самый да? Давайте, спасибо. 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 Всем по пальчикам.